Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Город героев». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Зверополис. Добро пожаловать в Зверополис, современный город, населенный самыми разными животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей. Здесь есть и элитный район площадь Сахары, и неприветливый Тундра Таун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоббс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем их предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. Робот по имени Чаппи. Чаппи вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи не похожим на всех остальных. Он – первый робот, способный чувствовать и думать. Человек-муравей. Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья от угроз нового поколения. Первый Мститель. Другая война. После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оседает в Вашингтоне и пытается приспособиться к жизни в современном мире. Но покой этому герою только снится. Пытаясь помочь коллеге из агентства ЩИТ, Стив оказывается в центре событий, грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы разоблачить злодейский заговор, Капитан Америка объединяется с Черной Вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, известный как Сокол. Однако никто из них даже не подозревает, на что способен новый враг. Черепашки-ниндзя. Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шредера, его зловещего клана футов, у которого имеется железный контроль над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выглядит мрачным, пока из канализации не поднимается и не раскрывает свое предназначение четверка отверженных братьев – черепашки-ниндзя. Черепашки должны работать вместе с бесстрашным репортером Эйприл и ее саркастическим оператором Верном Фенвиком, чтобы спасти город и разгадать дьявольский план Шредера. Холодное сердце 2013 года. Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев, принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный Ален Свен, отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений. Встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. Прогулки с динозаврами 3D. Прогулки с динозаврами – это увлекательное путешествие с полным погружением в 3D-реальность, созданную по инновационной технологии CGI. Мы увидим, как выглядели динозавры, как они жили и с какими опасностями пришлось столкнуться. Главный герой истории – храбрый динозаврик Патчи, он самый маленький в семье, но именно ему предстоит стать лидером и спасти своих сородичей. Мстители. Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации ЩИТ, собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки, Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Хранители снов 2012 года. Когда злой дух-кромешник посягает на самое дорогое, детские мечты, северянин, ледяной Джек, кролик, зубная фея и песочный человек впервые объединяются, чтобы создать команду хранителей снов. Джанго освобожденный 2012 года. Эксцентричный охотник за головами, также известный как дантист,
промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!